Мен хабарлигимиз, Мушкуни Алишер Узоқовни қўйган история деймиз, мы видеоларга гувоҳ бўлдим, жуда ҳам хафа бўлдим, чунки кинофестивалда энг машҳур меҳмон манман, билиб турибсизлар? Алдавотдилар. Алдавотганлигим юқ. Шундан орта, Дурдона, тўхтанг. Ижодим чи? Ўйдагансан? Йўқ. Qaytdim. Mana shuni festivalda e'lon qilmoqchiman. Qanaqa fikr bo'lishi mumkin? Bu baxt, bu vatanda to'y. Savol tug'ilyapti. Yana 4 yilga qaytdingizmi? Men 4 yildan ketmaganman. Ha, men ketdim. Aldaganmidingiz? Yo'q, aldamaganman. Hatto nozik ko'ylak kiyganimga qaramay havo salqin bo'lsa ham qizib ketyapman. Вместе с нами мисс Интернешнл, представительница Узбекистана в международных конкурсах красоты. Енді біз халқымызға дуа кеткен, дастырханны яхшы озады. Біз әне іштедіген, біз әне көріп тұрген хейтерлерге, кәуле дегенлерге, кесіп монтаж қылы дегенлерге, монтаж қымелі. Бар кәпімәр, қанақы кәпірген болсар, жүнәк қойылы. Assalomu alaykum, e'tiboringiz Markaziy Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Mana bugun 13-chi xalqaro Toshkent kinofestivalining so'nggi kuni va yopilish marosimi bo'lyapti. Yopilish marosimida o'tkazilayotgan tantanali qizil yo'lakchadan imkoniyat qadar reportaj tayyorlashga harakat qilyapmiz. Endi bu yerdagi musiqalarimiz YouTube mualliflik huquqiga qay darajada to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi bilmayman. O'ylaymanki, xalqaro kinofestivalning ochilish marosimidagi xato va kamchiliklar bugun to'g'rilandi. Ko'ryapmiz, bugun ancha tartibli harakat bo'lyapti. To'g'ri, jurnalistlarning intervyu olishi uchun biroz noqulayliklar tug'ildi, lekin imkoniyat qadar juda ham bir qiziq savollarga va qiziq javoblar olishga harakat qildik. Demak, bizdan uzoqlashmang, ketdik. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, xonimlar va janoblar, hurmatli teletomoshabinlar. Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые телезрители, гости сегодняшнего мероприятия. Мы рады вас приветствовать на церемонии закрытия 13-го Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути». Ибак Йода Дурдонасы, 13-й халқаро кинофестивалинг тантанали ёпилиш маросимига хуш келибсиз, азиз юрдошлар, хурматли телетомошабинлар, бугун биз ўзига хос бўлган кўтаринки рухдаги тантананинг гувоҳи бўламиз. Бир неча сониялардан сонг эса халқаро меҳмонларимиз айнан сизнинг кўз олдингизда пайдо бўлишади, улардан бирлари эса ана шундай автомашиналарда сизнинг ҳузурингизга ташриф буюшди. Ну что ж, дорогие друзья, мы уже готовы к тому, чтобы встречать наших первых гостей. И я думаю, что буквально с минуты на минуту, даже можно сказать с секунды на секунду, мы уже встретим первых гостей церемонии закрытия Ташкентского кинофестиваля. Айтмоқчимиз керак, бу ерда йиғилган оммавий ахборот воситалари вакиллари, қолаверса операторлар барча-барчалари юқори рухда ўтаётган тантанали ёпилиш маросимига ташриф буюшган ва эътиборингизга ҳавола этилади ва бизнинг энг азиз ижодкорларимиз мана саҳнамиз марказида уларни гулдирос олқишлар билан кутиб оламиз. Демак, севимли ижодкорларимиз Лутфулла Саадуллаев жаноблари ва халқимиз сўйган ижодкорларимиз ҳам ҷамъ бўлишди. Юзларингизда табассум. Гулчеҳра Саадуллаева, Гулчеҳра Ибрагимбекова. Мана, марҳамат, азиз дўстлар, олқишлар билан кутиб оламиз. Конечно, конечно, нужно встречать громкими аплодисментами первых гостей, которые открывают церемонию закрытия Ташкентского кинофестиваля. Намоён бўлишмоқда. Ну что ж, следующая делегация решила отличиться тем, что они, ну естественно, они вместе со своей камерой. Видимо, группа Ситора подумала, что... Ассаламу алейкум! Хорми яшин. Рахмат, Худоги шкур. Энди ман хар доим ўзи очиқ сўзлигим билан ажралиб тураман. Фестивал бошланишидан жуда ҳам сал нотартиб бошланди. Ман жуда ҳам хурсандман бугун ташриф буйрганимдан, яъни ёпилишга. Чунки ёпилишга чейин жуда ҳам катта жараён бўлди, яъни синов бўлди. Kimdadir boshida ochilishda kamchiliklar bo'ldi. Menimcha bugun biz eshitib ko'rmagan voqealar bo'lmaydi degan umiddaman va keyingi safar bittagina iltimosim bor kinoijodkorlardan yoki bizaga qarashli insonlar, ya'ni tepadagi insonlardan
Яхши-яхши санаткорларымыз өзін санақылы. Мен өзім хақымды кепірмеймін. Халқ артистлары. Өші өчіліш маросымыдан то, өші Түркия ижадкорларыге боладымы, Москва ижадкорларыге боладымы, өзімізі чырайлы актрисаланым, талантлы инсанланым, көрсатып, мәне біздейім шында ижадкорлар бар дейш кере. Чырайлы актрисалар біздейім бар. Үшіні башқа тәшкілатшылы, яни тәшкілләштір башыватты, кечі телефон қылышты. Мән қапалегім өеттім, өш күні Әлішер Ұзақыфы қойген история деймізмі, видеоларге күвақ болдым, жүдейім қапа болдым. Чүнкі қошыламан, әлбәтті, яқшы акторларымыз жүдейім санақылы қолген. Өші ұлық, ұлық акторларымыз, халқ артистлары, қызмат көрсеткен артистларымыз әм жүдейім кем қолген. Ұланы барлығы да қадырлашымыз кереді болым. Мәне бізаны етішті чырайлы болып, бізаны мамыз кем. Әнділікті киномызын моз керет дөлесіз? Әнділікті әнді біл ұрамыз дей. Қазып. Шу қақыды кәпір етудім. Өчіліш маросымыдан то, өпіліш маросымы кетейін. Фақат кені қавсышыдегі жүдейім савиясыз блогер ва қиштық тиктокерлеріні тәкіліп қыгенден көрі, асыл санаткарларыны манымча ардағылыған яқшырауды болима. Қазы мәні болы күлішуатты, леке мән хақиқат дейді. Харан, яна бір қылы фікір үйіріпті. Көплер тәкіліп қылым мәген, леке өзі кеген, көплер өзі кеме епті деген фікірім үйіріпті. Йо, енді мән өзі біріншіден тәкіліп қылым мәген жөйге бармеймін. Тәкіліп қылышса, мән рат қылдым бірінші. Кеген өші бізді білен көп елдеден бері жат қылы деген инсонлы, Сеумли каналыдан, яна башқа инсонлы телефон қылып, Луиза бізге тапшырылды, бізді бүгін шұғылланбамыз бұ нәрсе біләндіп, тәкіліп қылынғаны үшін келдік. Енді кәмчілік қар бітті жәмиетті, қар бітті фестивалді, қар бітті нәрседі болады. Лекен бүгінге өпіліш маросымы өлейман ке, өші өчіліш маросымыдан қарқылы оларақ, яқшырақ дәрежеді өтәдеді болейман. Ба өмейт қыламан. Біз қам елгері дегнаны қандайды күкіннен қылына деп құсаплар едік. Лекен еңгілішкен екеміз. Мана бұ бағылар, бе байон бағылар. Бұ есі қақиқи олмалар. Құш бұ елігін айтмайсыз ма? Бұ есі завод. Бұнчы олманы ұмырыңызды көргенмісіз? Заманави. Мана мен севген олма шарбаты. Денада қаммас қақиқи. Бағылар қам, завод қам, шарбат қам. Біз текшіріп көрдік, бұ рост екен. Va yana biz kutgan mehmonlarimiz, ijodkorlarimiz kelishyapti. Ularni ham biz sahnamiz markazida ko'rishdan bahoyatda xursandmiz. Ularning kelishlarini va kino ijodkorlarimizning o'ziga xos chiqishlarini birgalikda guvohi bo'lyapmiz. Aziz do'stlar, 13-chi marotaba o'tkazilayotgan xalqaro kinofestival mehmonlari tashrif buyurishdi. Guldiroq olqishlaringiz va sizlarni esa Конгресс подумайте, так ли это у вас? Автомат. Ну что ж, дорогие друзья, мы ни в коем случае не должны провожать наших аплодисментов просто в тишине. И нужно будет аплодировать очень громко нашим гостям. Конечно же, очень. Фестиваль Ахада Иджаби Фирдама. Олдинги фестивалерда біз ёш бола бўлганмиз, қатнашганмиз, ҳаттоки битта жойда реклама бўлган. Ўзбекистон меҳмонхонасида, бошқа жойда бўлмаган. Лекин халқ шунақа кўтарилган рухда юрган. Мана шуни рухи бор. Мен ҳозир мана бир ҳафтадан бир қатнашиб юрамиз, Самарқанд, Бухорлага, Италия мутахассисларини, актёрларини олиб бориб келдик. Жуда ҳам грандиозли иш бўлган. Мен хурсандман. O'rta Osiyoda yagona. Endi bizni xalqimizga duo ketgan. Dasturxonni yaxshi yozadi. Mehmondo'st xalq. Shuning uchun hammani, nafaqat san'atkorlarni, xalqimizni tabriklamoqchiman. O'rta Osiyoni tabriklamoqchiman. O'rta Osiyo dunyo birlashyapti. Mana mana shunaqa narsalarda, festivallarda birlashadi. Mehr ko'z-ko'zga tushadi, tajriba almashadi. Va o'zimizni aktyorlarimiz ham bir-biri bilan ko'rishyapti. Juda ham kayfiyat ko'tarinki. Ko'chadan yurgan odamlar ham kayfiyat chiroyli. Shuning uchun bayramlarimiz ko'p bo'lsin. Italyan kino ijodkorlari tomonidan qanaqadir taklif bo'ldimi sizga? Bo'ldi. Ular o'sha prodyuserlari bor ekan. Shu Moskva, Italiya bog'laydigan nimalari bor ekan. To'rtta narsaga taklif bo'ldi. Undan keyin mana bu yerda Elyor Ishmuhammedov deb kelganlar, o'zimizni Moskvalik, Moskvada ishlaydigan ham yurtimiz. Ular o'zlari keldilar kelib. Men aytdim, "Ya aktyor, xudo xolasa, men aktyorman. Har doim tayyorman." Endi o'zbek aktyorlari, o'zbekni hali ko'rinmagan aktyorlarimiz ko'p.
Худо хорошо, мы фестивале да, мы ниеты мыс, а мы актерлары ниеты. Ролдан ролге отыш, халкыра мукеста роллару ижра етыш. Бізді актерларым корынсын дүнияге, ба уладан орган елик, керей болса улар бізден органсын. Шуның үшін Алладан сұраймыз. Сіздерге әмір рахмет. Сіздер хавада тұршады, әжайып мехмонларымыздан халқымыз сүйген санаткерлер Саида Рабиева башлығындағы халқымыз сүйген актрисалар бүгін Қызыл Жүректеде көрініс берді. Ну и конечно же мы приглашаем сюда на вот эту вот пресс-вол сфотографироваться вместе с нами. Да, если вы уделите нам буквально несколько секунд внимания, мы будем очень рады. Добро пожаловать на церемонию закрытия Ташкентского кинофестиваля, дорогие друзья. И нужно встречать громкими аплодисментами наших гостей. و مارشو ترفیب آقیانا فوتو صورت درگه مخورلن پایمز البته بو آنلر تکرانلن مز حالتر عزیز میخوانرمز خوشگیرمسز و سلنه ایچگرگه تکلیف کنمز خوشگیرمسز بایرامنر مبانی بوزم еще раз с праздником вас. Итак, дорогие друзья, мы готовы встречать судаство. و عزیز دوستر Үшінші октябрь сарасыға тәйіргенлік көрілген ұшпу сахнамызды, қолай берсе, қызыл юрекшамыздагі яна бір мехмонларымыз жамаасы Валижан Шамси башлықтагі ичади жама ба халқымыз сүйген режиссер Хилал Назимов жанавдары. Қош келіпсіз. Мы приглашаем вас, в частности, я попрошу приветствовать аплодисментами Валижана Шамсиева. Бурные аплодисменты, добрый вечер, здравствуйте. Ассалому алейкум, хош келіпсіз, байрам баршаңызға мубарак болсын. Бүгінгі байрам ойлаймыз ки көтеріңкі рухта өтіпті, сіздің таасыраттарыңыз қандай? Сәлем алла. Сөзге келді. Ташаккүрлер ва сөз үстілерден хам біраз кішік табриктарымыз. Да, конечно. Албатта ташаккүрлер жүдеем кәтті еді. Бүгінгі таасыраттар үндерем кәтті болды. Илайым юртымыздан алаштаға байрамлар көп рау болып ерсін. Киномыз yukarıya kadar yol alacağız. Teşekkürler. Ben sizlerle içkerge taklif edemez. Hoş geldiniz siz yana burba. Итак, мы приглашаем вас внутрь. Пожалуйста, проходите. И мы продолжаем, дорогие друзья. Напоминаю, что вы прямой мехмонларымыз. Аршингизде намайон болышады. Ну и я напомню, что сегодня мы ожидаем не только звезд узбекского кино, но и звезд мирового кино. В частности, мы сегодня ждем известного прославленного режиссера Люка Бессона здесь у нас нашего фестиваля. И мы уже готовы приветствовать следующих гостей. Халқымыз сүйген ұстаз санаткерлеріміз хам бүгін қызыл юрекчеде сіздің қаршыңызда. Құрметті достар, гүлдұрас алқышлар білән оларын күтіп аламыз. Халқымыздың ең сүйген ва сүйікті кино ижадкарлары, режиссерлер. Барша сіздің қаршыңызда Бұрхан Шарапов башлығындағы ижади жамаа бүгін анашу біздің ренессанс орнымызға ташриф бұйырған ва бүгінгі байрамны өз көзлерімен гуохи болыш истагида. Құрметті достар, яна бір мағлұматты етіборыңызға хабарлап кетейік. Кино прошло в эти периоды здесь, в столице, в Ташкенте. Но не только в Ташкенте, еще и по всей республике, по большим городам, Бухаре, Самарканде и другим городам нашей прекрасной страны. И мы готовы, я вижу, встречать следующих наших гостей. Хартон Сидяль, яна бір идиоткомлярымыз хам. Етіп келішті, ұлардың хам мүйіздерді табасын. Ва бүгінге көрдәрінгі рухке хамахан кайфият. Сіздің қаршыңызда есі халқымыз сүйген санаткерлеріміз жам болышы епті. Хош келіпсіз, ассаламу алейкум. Добро пожаловать. Я вижу эти улыбки на лицах, и сразу же понятно, какое настроение у наших гостей. Все очень, абсолютно без исключения, очень рады присутствовать здесь, на красной дорожке, тем более, что это такой статус для наших гостей. Добрый вечер, добро пожаловать. Хош келіпсіз, хайли кеч. Яна бір мағлымат шындан ибаратки, маршу біздің... Только вдумайтесь, 1968 года и, наконец-то, в 2021 году мы смогли восстановить этот фестиваль и безумно, безумно рады этому. Қызыл юрекче ва онда жам болган мехмондар, қалайырса мезбонлар жамасы, оммави ахбарат васылары вакилары объективтарның барчасы санаткарларымызға юнатырылген, халқымыз сүйген ижадкарларымыз, актерларымыз, актрисаларымыз есе бүгін біздің сахнамызда жам болышмақта. Ассаламу алейкум, хош келіпсіз. И мы почему-то не слышим сейчас аплодисментов. У нас на красной дорожке уже следующие наши гости. Добрый вечер, здравствуйте, проходите, пожалуйста. Если вы уделите нам 2 секунды для того, чтобы сфотографироваться вместе с вами, мы будем безумно рады. Добрый вечер, добро пожаловать на церемонию закрытия кинофестиваля.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi bayram barchangizga muborak bo'lsin. O'ylaymizki, o'ziga xos tarzda o'tayotgan festival to'g'risida fikrlarimiz bor. Qisqacha. Ajoyib bayram. Bizga katta bayram. Tashakkurlar va ichkariga sizlarni taklif etamiz. Marhamat. Так, пожалуйста, вас олқышлар. Дорогие гости, вы можете проходить внутрь. Приятного вам вечера, приятного вам праздника. Расснопса кейинге автомашина ҳам етиб келди ва у ердаги ижодкорларга табиики қизиқишимиз ортиб боряпти. Сабаби халқимизнинг ажойиб санъаткорлари бугун қаршингизда жам бўлишяпти. Халқимиз сўйган санъаткорлар Абдухошим Исмоилов жаноблари ва ортларида ўзга хос бетакрор журналистларимиз Дилуфар Сотиболдиева, Жамшид Умурзоқов жаноблари бугун қаршингизда жам бўлишяпти. Я думаю, эти люди просто не нуждаются в лишних представлениях. Добрый вечер, здравствуйте, мы рады вас приветствовать на церемонии закрытия Международного Ташкентского кинофестиваля. Пожалуйста, проходите, если вы сможете нам уделить буквально несколько секунд, чтобы сфотографироваться вместе с нами. И мы сейчас в прямом эфире, вы можете передать также приветы нашим телезрителям. Я думаю, они будут безумно рады. Albatta to'g'ridan-to'g'ri efirda guvoh bo'lyapsiz ushbu jarayonlarga va bizda xalqimiz suygan jurnalistlar, qolaversa san'atkorlarimizdan biroz kichik tabriklarni eshitamiz. Marhamat. Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech. Bir hafta mobaynida juda ham ko'tarinki ruhda o'tgan Toshkent xalqaro kinofestivali ham o'z yakuniga yetyapti va aynan bugun yopilish marosimida Jamshid Umurzoqov hamkasbi bilan birgalikda boshlovchilik qilamiz. Shuning uchun kayfiyatimiz a'lo darajada. Umid qilamizki, bizni ekran ortida tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham xuddi shunday kayfiyatda aynan Zo'r TV kanaliga sotlanishdi. Assalomu alaykum, Feruz, sana uchun keldim. Man bilib turibman, bu kinofestivalda eng mashhur mehmonman. Bilib turibsizlar. Xudo xolasa Ahad Qayum kinofestivalni qilish harakatini boshladim. Firdavs aka eltib boshlama rahbariyati agar ruxsat berilsa, bundan ham zo'r qila olaman. Qancha pul kerak? Qancha pul kerak u uchun? Aldayaptilar. Bitta narsa, Durdona, to'xtang. Ahad Qayum ijodiga qanaqa munosabat bildiradi? Ijodlar emas. O'zlarini hurmat qilaman. Ijodim chi? O'ynagansan? Yo'q, ijodlari ham zo'r albatta, sababi ba'zi bir restoranlarga qaraganda ijodiy guruhni yaxshi ta'minlaydilar, yaxshi o'qiyot qiladilar, yaxshi mehr beradilar. Obetli vaqtida bo'ladi, e'tibor yaxshi bo'ladi. Kino ham zo'r bo'ladi. Eng asosiysi hurmat qilishi biladilar san'atkorni. Durdona Qurbonovani nima minus tarafi bor? Nima minusi? Faqat meni kinolarimda o'ynagan. Qolganlari serial. Charchamayman. Yuruz, charchamoqqa jon. Yur, birga kiramiz. Sabi yo'lda turganda menga tatimayapti bu yoq. Kinnam, vместе с нами сфотографироваться. We welcome you here. We are glad to see you here. The delegation from United Kingdom and from the Georgia Republic. So maybe you have actually the chance to give us some words, to give some maybe recommendations, and you can also tell some words to our spectaculars. We're actually we're ready for this. Just a couple of words. Just a couple of words. We'll be glad. All I can say is Tashkent has been completely mind-blowing and out of this world experience for ourselves. Thank you very much for having us here. This is amazing. O'zbekistonga xush kelibsiz va bularni biz ichkariga taklif qilamiz. Yeah, this has been a phenomenal experience and I just want to say that this is not the last time we're going to come back here. I hope to come back again and hopefully we'll do some filming with you and some creative work in the future. You have such a phenomenal amount of potential here that we love to come back again. Я хочу сказать от лица делегации, что все наши гости не получили большое удовольствие, восторги от Ташкента, хотят вернуться, хотят делать совместное кино, я думаю, которое мы сможем увидеть даже уже в следующем году. Ну, хочу слово дать представителю Грузии. Спасибо. Спасибо. Я в восторге. Я бы сказал, что великолепный фестиваль, и хочу вас благодарить за приглашение. И надеюсь, что в будущем будет великолепные отношения. Аплодисментами наших гостей абсолютно всех.
без исключения. Мы очень рады, что сегодня так много действительно. Фестиваль ёшлигимдаги фестивални тасаввур қила олмайман. Лекин бу фестиваль мен учун энг улуғ нарса. Мен биринчи маротиба фестивалда қатнашдим. Бу бунақа гўзаллик, бунақа миллатлар ўртасидаги дўстлик бўлмайди. Энг улуғ нарса спорт бўлсин, санъат бўлсин, ҳақиқий дўстлик шунда деб биламан. Мен жуда бир ҳаёжонда юрманман. Мен кеча қозоғистонликларни олиб юрдим, Анжон, Фарғоналарга бордим. Уларни муносабатини кўрибман, умуман бошқача тасаввурда. Мен бутун Ўзбекистон халқини табриклайман байрам билан. Соғ бўлинглар, илоҳим. Раҳмат, омон бўлинглар. Ва навбатдаги халқаро кинофестиваль доирасига yig'ilgan ijodkorlar va qolaversa delegatsiyalar bugun mana shu oldingizda jamul-jam bo'lishadi. Agar e'tibor qiladigan bo'lsangiz, aziz do'stlar, barchalarning kayfiyati ko'tarinki va kutilayotgan mehmonlarimiz Eron Respublikasi delegatsiyasi a'zolari. Итак, дорогие друзья, мы встречаем делегацию Исламской Республики Иран. We are very glad to see you here. Please welcome and you can chance to have a photo here. Please welcome. We are really glad to see you here. Maybe it's okay. We have a couple of seconds here and tashakkurlar va aziz mehmonlarimizni ichkariga taklif qilamiz. Siz uchun tayyorlangan joy va konsert dasturi e'tiboringizga havola etiladi. Xush kelibsiz yana bir bor. Dorogie druzya, my priglashayem vas vnutr Pikasa delegatsiyasi a'zolari va директор, исполнительный директор компании Arab Media по дистрибуции из Ирана. Мархабат, кейнги ижодкорларимиз, Зебо ханым Навруз ва Муислам билан биргаликда халқимиз сүйган санъаткорларимиз ҳам ҷам бўлишмоқда. Добрый вечер, здравствуйте, мы рады вас приветствовать на красной дорожке. Маликова салам! Кайфият, алло! Мана, очеришке караганда, ёпириш дахшат бўлди. Албатта, очеришам яхши ўтди, лекин бу битта бир тажриба бўлди-да, лекин ёпиришга тайёргарлик яхши бўлди. Фестиваль янги танишувлар бўлди, янги контрактлар бўлди. Бу албатта ҳаммамиз учун яхши, айниқса ёшлар учун. Мы должны поблагодарить эту делегацию. Это молодые наши кинорежиссеры, филммейкеры. Спад Озгарада, вы участвовали на нашем кинофестивале. И надеемся, что вам все очень понравилось. Ва Олимский ушву бунумоти откен кинофестивалер. Дойнастеги Озгарыштар. Халхымызге хам джоби тазырны откесады. Ва киносанатыда яна бір кадам олдыге чекшимыз шукасыз. Безусловно, такие большие мероприятия международного масштаба смогут повысить уровень отечественного кино и смогут поднять его на следующий другой шаг. И мы уверены, что такие мероприятия будут проходить на постоянной основе в нашей республике. Ва қаршингизда ўзбек киносининг фахрий ижодкорлари ҳам ҷам бўлишди. Қизил юракда фотосуратлар қолаверса, меҳмонларимизни айнан концерт дастурига таклиф қиламиз. Хуш келибсиз, байрам муборак бўлсин. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на церемонии закрытия Ташкентского кинофестиваля. Фестиваль оли даражада ўтяпти. Биз жуда ҳам хурсамиз. Кўп йиллар кутган фестивалимиз. Шу кунларга етиб келдик. Мана Бухоро, Самарқандларда бўлдик. Бу ерда ҳам бизни халқ жуда ҳам яхши кутиб олди. Меҳмонларимиз ҳам жуда ҳам хурсанд. Узбекистон. Сегодня мы также поприветствуем членов жюри нашего кинофестиваля. В частности, это будет сегодня вместе с нами будет Тимур Бекмамбетов, Шухрат Резаев, Гульбар Таламушева, Умеш Мехра, Алириза Шахрухи, Итала Спинелли, Нуртас Адамбаев и Фердас Абдухаликов. Мы будем их приветствовать и рады, что они вместе с нами в сегодняшний вечер. Халқимиз сүйган ijodkorlar ва rejissyorlar, Ergash Mo'minov ijodiy jamoasi ва халқимиз сүйган aktyorlar билан jihozlash бўйича топшириқ берилганда ва уларнинг ijobiy ўзгаришлари ва амалий ифодасини биз кўрдик ва ушбу кинофестиваль доирасидаги бўлиб ўтган байрамлар ҳам уларнинг бир давомчиси десак муборака бўлмайди ва халқимизнинг
eng sevimli ijodkorlari ham qarshingizda jam bo'lishmoqda. Olqishlar azizlar. Я просто удивлен автопарку сегодняшних наших звезд. Я думаю, что все абсолютно без исключения автомобили самого крутого, самого продвинутого класса здесь у нас сегодня, бизнес-класса. Добрый вечер, здравствуйте, рады вас видеть, пожалуйста, проходите. И мы абсолютно без исключения каждого сегодняшнего гостя на красной дорожке встречаем бурными аплодисментами. Илоим, юртымызга көз тимасын, шунака фестивальларымыз көпрак болсун. Чүнки бизни юртымыз хеч кайсы давлаттан кем эмес. Бизни актерларымызны, махараты, юрагыны, бакыватлыгы. Hech qaysi davlatdan aktyorlardan kam emas. Bizning yurtimizda kuchli aktyorlar juda ham ko'p. Iloyim albatta ushbu kunni san'atimizga ko'z tegmasin. Bizning kayfiyatlarimiz doim zo'r bo'lgan. Buyuk ipak yo'li bu bardavomli bo'lsin, Xudo xolasa, inshaalloh. Boshqa yurtlarga ham borib, mana shunday festivallarda qatnashdingiz. Sağ bo'linglar. Hayajon va mana shu yerdan to'liq to'g'ri efirda sizning e'tiboringizga jarayonlarni to'liq holatda yetkazishga harakat qilyapmiz. Zo'rtaman telekanalining eng so'nggi rusumdagi texnikasi aynan mana shu Renaissance holida joy olgan. Demak, navbatdagi kino ijodkorlarimiz. Встречаем наших следующих гостей, дорогие друзья, бурными аплодисментами. Здравствуйте, добрый вечер, мы рады вас приветствовать. Может быть, вы уделите нам буквально несколько секунд вашего внимания и сможете сфотографироваться вместе с вами. Фотография в нашей коллекции вместе с вами однозначно соберет очень много лайков в Инстаграм, поэтому мы вас просим, пожалуйста. Добрый вечер, рады вас приветствовать на красной дорожке кинофестиваля. Ассаламу алейкум, хуш келипсиз, байрам муборак болсин. Албатта, ушбу кунни биз тарихларга muhrlashimiz kerak va sizlarni ichkariga taklif etamiz. Sizlar uchun maxsus konsert dasturi ham tashkil qilingan. Marhamat. Спасибо вам большое за то, что вы посетили наше мероприятие. Очень рады вас видеть и, пожалуйста, наслаждайтесь сегодняшним вечером. Итак, друзья, мы встречаем наших юных кинорежиссеров различных стран. Добрый вечер, здравствуйте. Это делегация, которая представляет сразу же несколько стран. И мы, пожалуйста, вас просим пройти сюда, к пресс-холлу. И будем рады сфотографироваться вместе с вами на память. So, please welcome. We are very glad to see you here. And asking you to enjoy this event. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. O'zbekistonning eng sevimli ijodkorlari, mana bizning milliy choponlarimiz ham ularning egnida ko'rishimiz mumkin va xursand bo'ladigan holat. O'zbekistondagi har bir ko'rinish va uning urf-odatlari, milliy liboslari ham xorijlik mehmonlarning e'tiboridan chetda qolmaydi. Xush kelibsiz. So actually it means that it is the delegation of the youth. These are the young filmmakers here, and если у вас есть силы, еще остались силы в руках, то мы должны поприветствовать эту делегацию. Это молодые наши кинорежиссеры, филммейкеры. Мы вас рады приветствовать на нашем кинофестивале. И надеемся, что вам все очень понравилось у нас в Ташкенте. И непосредственно каждый год мы вас ждем с причиной, без причины. Всегда рады вам. Ташакулар ба сзарнышкарге таклиф намыс. Итак, мы вас приглашаем в Renaissance Hall для того, чтобы вы смогли насладиться сегодняшним вечером. Турли мамлакетлардан ташриф бюрген делегация азалары ва киноижодкорлар. Бугун манышу қызыр юректе сіздің қаршыңызда намайон болышмақты. Ну что ж, следующая делегация решила отличиться тем, что они, ну естественно, они вместе со своей камерой. Видимо, группа Ситора подумала, что на ZOR-TV не будет камер, не хватит, и решили прихватить свою камеру, поэтому... Итак, добрый вечер, здравствуйте, пожалуйста. Ассаламу алейкум, хуш келипсиз. Оша афсонави сиз билган Ситора гуруха. Итак, дорогие друзья, да, вместе с группой Ситора у нас очень тоже известный гость из Москвы. Давайте будем знакомиться. Пожалуйста, проходите сюда. И вместе с нами сегодня Алишер, как мне подсказывают, наушник которого у меня нет, это Алишер, дизайнер Аллы Пугачевой, Примадонны, верно? Можно будет буквально несколько слов о фестивале, может быть, какие-то эмоции, может быть, какие-то пожелания. Будем рады вашим нескольким словам.
Я очень рад оказаться на этом прекрасном мероприятии, празднике, где очень много моих коллег, поскольку я сам клипмейкер, снимаю там и Алла Борисовна снимаю, и пишу музыку. То есть нам здесь очень круто было оказаться, и приятно, что пригласили. Ну, плюс это моя родина, Узбекистан, с такими красотками из группы Ситора, сами понимаете. Ну, еще бы, еще бы. Всем привет. Можно будет нам фотографию тоже с такими красотками и с вами, Алишер, да, с удовольствием. Сюда, сюда, на память. Сюда, сюда. Я уверен, что именно эта фотография наберет у меня максимум количества лайков в Инстаграм. Рахмат ба, бізді кейінгі өзбек кинематографтар, халқымыздың сүйікті мехмандарына хам біз. Шур Ниса, асқолымызға таклиф етамыз. Ассаламу алейкум, хош келіпсіз, байрам мубарак болсын. Добрый вечер, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на красной дорожке кинофестиваля. И, пожалуйста, может быть, буквально несколько слов о кинофестивале. Мархам. Assalamualaikum, judayam baxtliman kino festivalda ishtirok etayotganimdan. Bundan 30 yil oldin boshlovchi sifatida qatnashgandim, mana hozir mehmon sifatida, aktrisa sifatida ishtirok etyapman. Bundan judayam baxtliman, marhamat. 24-25 yildan beri kutilgan, orzu qilib kutgan bayramimiz qaytdi va bu bardavom bo'lsin. Yana ko'p ana shunaqa festivallarda qatnashaveraylik. Rahmat muxlislarga. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Пожалуйста, проходите в Ренессанс-холл, и вы можете наслаждаться сегодняшним вечером. Мы уверены, что вы будете просто в восторге, друзья. И мы уже рады приветствовать следующих наших гостей. Это представитель Соединенных Штатов Америки, Бахадыр Юлдашев со своей семьей, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, проходите. Добрый вечер. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Хошкелипсиз Ўзбекистонга ва ана шундай эстелик учун фотосуратлар ва ундан кейин эсе ушбу ижодкорларыбызды Ренессанс холлуна таклиф этамыз. Итак, мы рады вас приветствовать здесь, на красной дорожке кинофестиваля. И, может быть, буквально пару слов о кинофестивале, если у вас есть что сказать, будем рады. Я участвовал на многих кинофестивалях, выигрывал и считаю, что наш Ташкентский международный кинофестиваль – это яркое, очень знаменательное явление в мире кинобизнеса. Я думаю, что это один из лучших фестивалей класса А. Спасибо. Ташакур, Руба, Лавна Таклипитамус, Бзда, Навбаттаге, Идёткорна, Рустам, Ташибышта. Спасибо большое, мы вас приглашаем в Ренессанс Холл для того, чтобы насладиться сегодняшним вечером. И если я не ошибаюсь, то мы готовы приветствовать следующих гостей. Это представители Республики Беларусь. Здравствуйте, добрый вечер, пожалуйста, проходите. У нас есть уникальная возможность сфотографироваться с такими известными людьми. Мы сейчас, может быть, буквально несколько слов, комментариев о сегодняшнем мероприятии, в принципе, о фестивале. Будем рады. Вы знаете, прекрасный фестиваль, прекрасно организован. Нас встречают, нас вообще искупали в любви, вообще. Узтелеком нас просто балуют. В общем, очень приятно, очень прекрасно. Прекрасная организация, мы очень довольны. Нам это все очень нравится. Ну, во-первых, нас радует то, что мы встречаемся не только в столице, но и в регионах. И видим, как люди соскучились по искусству, по кино, по встречам, по дружбе. И чувствуем, что нам надо общаться как можно чаще. Поэтому здорово, что фестиваль стал всеузбекским, всеузбекистанским. Поэтому процветание фестивалю. И мы будем ждать с нетерпением следующей встречи на 14-м фестивале. Спасибо вам большое за столь приятные слова. Я уверен, вам все очень понравится, и будем вас рады видеть всегда в столице. Спасибо вам большое. Итак, мы готовы встречать следующих наших гостей. Добрый вечер, здравствуйте. Я напомню, что от Беларуси у нас сегодня были Карачевский Владимир Михайлович, это генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм», и Астрахан Дмитрий Хананович, советский, белорусский и российский режиссер театра и кино, продюсер и телеведущий. Ва Ўзбекистонның яңа бір ялқандарын көрсеңіз ва қуаны болсаңыз, мүмкін болады. Бізде де навбаттағы мехмандар жамасы. Итак, наши следующие гости представители Республики Беларусь. Здравствуйте, добрый вечер. Рады вас приветствовать. Вот эти
эти улыбки, они сразу же говорят о том, что действительно людям очень нравится Ташкент. Ну, а, конечно, как он может не понравиться, собственно, дорогие друзья? Итак, да, следующая делегация тоже, если не ошибаюсь, Республика Беларусь. Здравствуйте, добрый вечер, пожалуйста, проходите, рады вас приветствовать. Узбекистан, я хочу тебе добро пожаловать в Узбекистан. Очень рады наблюдать за тем, как звезды не только узбекистанской, но и мировой киноиндустрии сегодня посещают наши мероприятия, посещают нашу красную дорожку на церемонии закрытия Ташкентского кинофестиваля 2021. Айзуста, хурматли мехмондар, кино санатида озга хос орынга ега болган ижодкорларымыз хам келишмокта, уларны ичкариге таклиф кыламыз. Хуш келипсиз, ассалому алейкум, муборак бўлсин ушбу байрам. Хурматли телетамошабинлар, маълумот учун Zo'r TV телеканалининг ижтимоий тармоқлари орқали ҳам ушбу тантанали маросимни кўриб гувоҳ бўлишингиз мумкин бўлади. Жонли эфирда сизнинг эътиборингизда турган ушбу кадрлар. Демак, қаршимизда эса ўзига хос табассум эгаси Халима ханим. Хуш келипсиз, ассалому алейкум, байрам муборак бўлсин. Ва сизларни кўтаринг гурухда ичкариге таклиф этамиз Малика ханим Равшанова ва халқимизнинг сүйган санъаткорлари. Хуш келибсиз. Итак, дорогие друзья, мы рады приветствовать наших иностранных гостей здесь. Келе. Пожалуйста, проходите, рады вас приветствовать. Ассалому алейкум, алейкум ассалом. Савол туғилапти, яна Zo'r TV-га қайтдингизми? Мен Zo'r TV-дан кетмаганман. Ҳа, мен кетдим. Алдаганмин дейсиз? Йўқ, алдамаганман. Мен шунчаки хафа бўлиш юлдан кетганман. Zak Production-дан кетганман, Zo'r TV-дан кетмаганман. Ҳозир бу ерда нима қиляпсиз? Ҳозир бу ерда режиссёрлик қиляпман. Ha. Shunaqa. Endi qarang, nimaga biz bu bardo'rda o'ta olmayapmiz? Sababi sizlar juda ko'pchiliksizlar. Sizlar juda ko'pchiliksizlar i sizlar uchun hech qanaqa bardo'rlik yo'qligini men bilaman. O'shancha bardo'r qo'yib qo'ydik, bu shunchaki, lekin ramziy ma'no, lekin sizlarga hech qanaqa bardo'r yo'q, shuni bilinglar. Qasa delegatsiyasi a'zolari ham bizning rejissor asqorimizga birga chiqmoqda va bizda esa navbatdagi kinoijodkorlar. Итак, наши следующие гости, мы рады вас приветствовать здесь, на красной дорожке церемонии закрытия Ташкентского кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути». Ассалому алейкум, хуш келипсиз, байрам муборак бўлсин ва сизларни айан концерт ҳозирланаётган марказга таклиф этамиз. Марҳамат. Итак, мы вас приглашаем насладиться церемонией закрытия Ташкентского кинофестиваля. Пожалуйста, проходите в Ренессанс Холл. Приятного вам вечера. Байрам барчага муборак бўлсин. Биз меҳмонларни қарши олишдан ҳеч ҳам чарчамаймиз, сабаби кутилган меҳмонлар, кутилган хориҷлик делегатсия аъзолари ва Ўзбекистонда меҳмон бўлаётган азиз дўстларимиз бугун қаршингизда жам бўлишмоқда. Итак, дорогие друзья, мы рады приветствовать. Сейчас нужно будет аплодировать особенно громко, потому что здесь, на красной дорожке кинофестиваля, наши иностранные гости из государства Израиль. Добрый вечер, здравствуйте, рады вас приветствовать. И да, добрый вечер. Ассалому алейкум, хайрли кеч, Исловой Республикасыдан келген мехмонларымыз, уларнинг хам қўлларида мобиль телефонлар ва ушбу жараёнларни тарихларга муҳрлашмоқда. Хуш келибсиз ва сизларни ичкарига таклиф қиламиз. Добрый вечер, мы рады приветствовать. Еще раз напомню, что сейчас на красной дорожке делегация государства Израиль. И нужно будет аплодировать нашим иностранным гостям. Навбатдаги хориҷлик меҳмонларимиз ҳам саҳнамиз марказида, уларни ҳам кутиб олаёпмиз ва уларнинг кайфиятини кўриб, тўғриси бизнинг ҳам кайфиятимиз ва бугунги байрамга ҳамоҳанг тарзда бўляпти десак, муболага бўлмайди. Оммавий ахборот воситалари вакиллари ҳам фаол, уларнинг ҳам кўзларида бонч. Ну что ж, если наши телезрители подключились к нам только что, то сегодня мы ожидаем очень много именитых гостей, в частности, нас посетит Люк Бессон, Жерар Депардье, тоже сегодня в списке гостей. Мы очень надеемся увидеть и пообщаться вместе с ними. Ва, прекрасно, на лонгида, так и для будущего скидать, хурматли дослар,
Agar bizni endigina tomosha qilayotgan aziz teletomoshabinlarimizga ushbu ipak yo'li durdonasi 13-chi xalqaro kinofestivalning yopilish marosimini to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilyapsiz. Navbatdagi mehmonlarimiz va xush kelibsiz. Sizlarni ichkariga taklif qilamiz. Итак, мы вас приглашаем, пожалуйста, проходите в Ренессанс Холл. Рады вас видеть на красной дорожке церемонии закрытия Ташкентского кинофестиваля. Фикерларым кола байрам кетта байрамге кигенде болдым. Мазза клепман. Хатта нози куйне кигенемге караме хова салкамузем кызып кетепман. Мактапта окуген пайтымызда курарды, Грач Капурла, Зина Таманла келарды. Уша пайта карай орзу кылардым. Манам шынака фестивалеге катнашедым. Orzuyumlarım yana bittesige yetkanımdan kursanman. Oklardım ki biz ana aktörlerim şuna kadar ulege katta festivalge borçge nasıl kısın. Festival umuru yana uzağa bozun. Kayta tuğulgen çakalok diye bu durup da kazı festival ilerim katta bozun. Kullar şey yaptı. Biz ise son kumat sedekanama icat konuları doğrudan doğru ifirde navbattaki mehmanlarımızı karşılamız. Так, мы рады приветствовать следующих наших гостей здесь, на Красной дорожке кинофестиваля. Добрый вечер, здравствуйте, пожалуйста, проходите. Атымыз сүйген санаткерлер жамасы ва сізге малу ва машгур болген устазалдан санаткерлер. Ассаламу алейкум, байрам мубарак болсын, хуш келіпсіз. Ва сахнамыздың марказы Қызыл Юрекке атымыз сүйген санаткер Нигора ханым Калимбаева. Здравствуйте, добрый вечер. Буквально одна фотография с вами, я уверен, соберет множество, несколько тысяч лайков. Албатта, вы инсонны озги хас юкары ичаткар дейшимыз мүмкін, чүнки көп қырдали ичаткар информацион дасырлада хам фааллар ва соңгі күлләрді озги хас тәрзді кез ичат намунасыдан бәл. Мархамат, хүш келіпсіз. Ассаламу алейкум, хуш келіпсіз. Бізді навбаттегі мехмандарымыз хам жан болушкен, оларды хам тәкдим қыламыз ішкәріге, мархамат. Итак, добрый вечер и информации о кинофестивале. В рамках кинофестиваля также будет проходить конкурс. И у нас сегодня здесь будут присутствовать члены жюри этого конкурса. В частности, Тимур Бекмамбетов, Шухрат Резаев, Гульбар. Енді баба Хаяжан, жүдем күткен күнлеріміз. Чүнкі бұны алдынам халқара фестиваллар болген. Біз жүдем қоқлагамыз. Айнан оша халқара шүку, халқара дәреже болушын жүдем қоқлагамыз. Албатта, алхамдулиллах, оша күнде келіпті. Демек, дәрежеміз халқара дәрежеге шығып, бұдан жүдем қорсамыз. Айнан өзбек киносы дүние экранларын запт етсе, біз асыл ижадкорлар сафында боламыз иншаллах. Нима кемчиликларни билдингиз ҳозир? Сездингиз ёки? Kamchilik ozgina shu tashkiliy masalada birozgina kamchiliklar bor, lekin baribir ham katta ish bo'lganda kichik-kichik xatolar bo'ladi. Aplodismentlar. Здравствуйте, рады вас видеть здесь в гостеприимном Ташкенте. Надеюсь, что абсолютно всё вам нравится. Ну, если не нравится, то можете не говорить об этом. Россия Федерациясы делегациясы а'zolari va o'zimizning ijodkorlarimiz. Marhamat, sizlarni ham taklif etamiz. Sitora xonim Farmonova va bir qancha ijodkorlarimiz. Здравствуйте. Я думаю, да, не нуждается Ситора Фармонова в представлении, а также очень известные наши селебрити узбекского шоу-бизнеса. Добрый вечер, здравствуйте. Рада вас приветствовать на красной дорожке кинофестиваля. Ko'rganingizdek, yana bir navbatdagi mehmonlarimiz. Ularni ham kutib olamiz. Итак, мы уже готовы встречать наших следующих гостей. Я так понимаю, что сегодня несколько сот гостей пройдут по красной дорожке, и вы уже видите, что это звезды не только Узбекистана, но и всего мира. Итак, мы рады приветствовать представителей делегации Российской Федерации, верно? Добрый вечер, здравствуйте. Пожалуйста, буквально несколько секунд у нас есть возможность сфотографировать. Фестиваль хакыда факат кинофестиваль. Шикер ало, ало, ало. Чунки у нас ханги чиройли тадбурлар отказылышы. Юртымыз учун байрам, мухлисар учун байрам. Ва біз ичоткорлар учун учуда кятта байрам. Сөйем кятта етубар ва хурмат. Рахмат коттакон. Ochilish marosimida ko'plab hamkasblaringiz taklif qilinmagan yoki kelmagan. Bu sizga qay darajada ta'sir qildi? Endi avvalambor barcha hamkasblarimni ko'rishni xohlar edim, chunki kuch birlikda degan gapni bejiz aytishmagan. Lekin o'ylaymanki, bu festival boshlanishi juda ham chiroyli, mana bugun yopilishi
har yili mana shunaqangi chiroyli festivallarda barcha hamkasblarimni ko'raman va birga ijod qilaman deb umid qilaman. На красной дорожке, пожалуйста, рады вас приветствовать здесь, на красной дорожке кинофестиваля. Сурсизни кутмоқда марҳамат гулдурос олқишлар ва эстелик учун фото суратлар. Ниледа жудеям кударинг рухта отуатта. Бу фестиваль нафакат котта устас санаткер. Биз яшларнем рухлантрапт. Келечекдеги ниятларимиз бошка. Мамлекетлар билан умуман давлатлар билан биргеликте фильмлар олиш ва улар билан бита фильмда суратга туш. Барча-барча хамкасбларимни бугунги фестиваль билан табриклайман. Judayam chiroyli festival. O'ylaymanki, bu festival faqat bu yil emas. Xudo xolasa, judayam tez-tez bo'lsa, bizni kinomizda ham juda katta anaqa rivojlanish, o'sish bo'ladi. O'zi ancha oldindamiz kinolar bo'yicha. Xudo xolasa, qanaqadir bizni ham, masalan, rejissyorlarni ham, hammani dunyoqarashlari o'zgaradi. Qanaqadir bu festivallar judayam ko'p bo'lishini xohlar edim. Kinoga qaytdim. Mana shuni festivalda e'lon qilmoqchiman. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. I'm sorry.
Fikrim juda ham yaxshi, juda ham ijobiy. Hali yuqorida aytdim, bu kunlarni qancha kutdik. Kinoga bo'lgan e'tibor kuchayganiga shunaqa ham xursandmiz. Bilasizmi, bu ko'p narsadan dalolat beradi va bu juda katta meva beradi, Xudo xolasa. Yaxshi savol berdingiz. Qatnasha olmadim, to'g'ri gapi borchi aytaman. Farzandim biroz istimalagani uchun mana ochilishiga qatnashgan bo'lsam, mana yopilishiga ham ishtirok etish, kelish nasib etdi. Qarang, ba'zi bir hamkasblaringiz kela olmadi, ochilishiga taklif qilishmadi deyishdi. Bu sizning kayfiyatingizga qay darajada ta'sir qildi? Ozgina ta'sir qildi albatta, chunki ular bizni aziz insonlarimiz. Nima deymiz, hamma barmog'ingni tishlasang og'riydi-da, tushunasizmi? O'shaning uchun hammasi yaxshi bo'ladi. Men hamisha yaxshilik qidirib, hayotdan bir pozitivlik qidirib, hikmat qidirib yashaydigan insonman. Hammaga shunaqa bo'lishi tilab qolaman. Feruzbek, sog' bo'linglar, rahmat azizlarim. Navbatdagi xalqimiz sevgan san'atkorlarimiz, qolaversa mehribon ustozlarimiz ham qizil yo'lak bo'ylab kirib kelishmoqda. Ularni ham yuksak e'tibor bilan, e'tirof bilan kutib olamiz. Xush kelibsiz, assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Рады вас приветствовать на Красной дорожке кинофестиваля. Добрый вечер, приятного вам вечера. Мы уверены, что вам все понравится и все будет просто восхитительно. Итак, мы рады приветствовать следующих наших гостей. Я напомню, что сегодня наши телезрители наблюдают за прямым эфиром церемонии закрытия Ташкентского кинофестиваля. Уже в 2021 году мы рады тому, что этот фестиваль продолжает свою деятельность и этот фестиваль посещают звезды не только узбекского кино, но и звезды со всего мира. Toshkent xalqaro kinofestivali doirasida O'zbekiston Respublikasi Milliy kinofondining yangilangan binosining ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Bu ham xalqimizga tuhfa etilgan ajoyib ijod namunalarini ko'rmoqda. Kelibsiz, bayram muborak! Самые именитые звезды не только Узбекистана, но и со всего мира сегодня посещают нашу красную дорожку. Я напоминаю тем телезрителям, которые только что присоединились к нам, что вы смотрите в прямом эфире церемонию закрытия 13-го Ташкентского кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути». Мы рады приветствовать следующих наших гостей на красной дорожке. Пожалуйста, проходите в Ренессанс Холл и желаем вам приятного вечера. Qizil yo'lagimizda esa xalqimiz sevgan ijodkorlar Lolaxonim Eltoyevani ko'ryapmiz, Bahora Arslonovani ko'ryapmiz va Lolaxonim Zunnurovani ham ko'rib, nihoyatda boshimiz ko'kka yetdi. Fikrlarimiz juda ham yaxshi. Mana biz shaxsan Bahora ikkalamiz ikkala delegatsiya Misr Respublikasi bilan Rossiya delegatsiyasi bilan bo'ldim men va siz Bahoraxon, festival juda ham zo'r o'tmoqda, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Nima desam bo'ladi, mana shu mehmonlar bilan yaqin bo'ldik, tanishdik, do'stlashdik. Xudo nasib kelajakda yangi kinolar, yangiliklar ko'p bo'ladigan umiddamiz. Albatta, mana Rossiya kinoijodkorlaridan biz shaxsan Samarqandda bo'ldik va Buxoroda bo'ldik. U yerda shuni kutib olishyapti bizni va juda ham yaxshi takliflar bo'ldi. Ular bizni yosh, iqtidorli mana shu bo'lajak aktyorlarimizdan tanishdi. Ular bilan suhbatda bo'ldik, ular bilan uchrashuvlar o'tkazdik. San'at kollejida uchrashuv o'tkazdik, juda ham chiroyli uchrashuvlar bo'ldi va Rossiya kinoijodkorlari hamkorlikda ular bilan birga film yaratilganda yangi loyihalarga taklif qilishlarini aytib o'tishdi va nasib etsa menimcha xalqimizga albatta yangi filmlar taqdim etiladi. Mana shu festival turtki bo'ldi deb o'ylayman. Thank you.
Ва, яна бар азиз мехмонларымызга хам көзүмүз түштү. Байрамыңыз менен, камелер. Жакшысыңар. Бул хаммабыз үчүн байрам. Ижадкорлук үчүн, киночулук үчүн катта байрам. Бул нерсени тиклегенге жүдө эм курсан болом. Albatta bu kinofestival barcha o'zbek aktyorlarimizni ham quvontiradi. Kinofestivallar ko'p bo'laversin. Biz aktyorlarimiz ham dunyo darajasiga chiqsin deb niyat qilamiz. Go'zal kun, go'zal bayram hammaga muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Qolga taklif etilishgan va ular qizil yo'lak bo'ylab yetib kelishdi. Ko'tarinchi kayfiyat, o'ziga xos qaynoq daqiqalar. Эти неподдельные улыбки, безусловно, рассказывают нам о том, какое настроение у наших гостей, какие восхищения, какие чувства восхищения у наших гостей сегодня. Ведь действительно, это мероприятие по-настоящему грандиозное, дорогие друзья. 13-й Ташкентский международный кинофестиваль. Но уже сейчас можно сделать выводы, что это мероприятие прошло просто великолепно, просто на ура. Сапару ішкі жаткорларына бір сахнада бірләштірілішінің өзіда кәтті мағана мүгәссәм. Сабабы, ікі жаткорның өзге қас ғайыға сасыланген сұхбатларыда еңгі жатқан дұрасы тұғылышы шүпқасыз. Шыдайкен, бұл кәбі тәдбірлердің өтші нәқадар әхавиятті екенлігіні қатқымыз қан шүдіп кетті ба жаткорларымыз yana bir bor yangi sahnaga qadam bosishyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. O'ziga xosligi va uning ortidan esa san'atkorlarimiz, mehmonlarimiz ham yetib kelishdi. Итак, мы приветствуем иностранных наших гостей, тоже на красной дорожке. Всегда рады приветствовать гостей нашей столицы. Мы уверены, что все вам очень нравится, тем более, что мы сами знаем, насколько гостеприимный наш город. Доброго всем вечера, хорошего мероприятия. Халхаро, мы приостылки от Кианушку. Проблем китады. Фестиваль жудаем чирали ва яхшу отъяпты. Бу ерда хама қылынген ішлер торса одамы куантырады. Айнықсы, яшларге берілген имканият жуда көтті. Айнан бүгін Лук Бессон, Тимур Бекмамбетов өзіні мастер-классларын өтті. Бұ яшларымыз үшін. Қайстыр мәнуді мән оларге хавас қылдым. Біз ұлы яшлар қатарыдан біраз шықты шекелі. Бізі фестивалы айнан видео кино алыш жараваныға қойшмады, лекен шынды болса да біз томаша қылды олар ішлерін. Дақылы сахамасы яқшы, киноларымыз яқшы болады. Ұлма алгенде бұ фестивал бізі кемчуді мұхымыды. Енді яқшымыз өтті дейсер, натор азды кембі, лекен қалы бар, қалы бізі де шыжағат жүден күчілі. Көбірақ олар, масалан, шынақы фестивалы көп боп тұрса, мастер-классы көп боп тұрса, өзімізге көп насан оламыз. Ва албатта, Өзбекистанды локацияларыны оларға танытыш. Бұ фестивал жүден мұхымеді ташкилатшылыға рахмат дейміз. Assalomu alaykum. Hammaga sizni festival ochilishiga chaqirishmagan bo'lsa ham, yopilishiga chaqirdim. Xafa bo'ldingizmi shundan? Ha, xafa bo'ldik. Lekin mana shu yopilishiga chaqirdim. Ha, yopilishiga chaqirishdi, rahmat. Juda ham xursandman. Baribir kinofestival bo'lsa, biz ijodkorlarga ham va chet eldan kelgan ijodkorlarga ham juda ham qiziq. Hamdani shu bo'ladi. Umuman olganda hammasi chiroyli zo'r. Har doim har oy ishlab festivali bo'lsin. Bilohim, rahmat. Qayta qon. Omad tilaymiz. Intervyumi? Hamma omad tilaymiz.
Так, дорогие друзья, мы рады приветствовать члена жюри Умеш Мехра, знаменитый кинорежиссер из Республики Индия. So welcome, we are glad to see the Indian famous film director Умеш Мехра. Ну и, конечно же, как без этого человека на кинофестивале, дорогие друзья, самый скандальный и, наверное, один из самых продуктивных узбекских кинорежиссеров, продюсеров Ахат Каюм, ваши бурные аплодисменты. Добрый вечер, здравствуйте. Ассаламу алейкум, хуш келипсиз. Ахат Каюм номи. Агар Ўзбекистон бўйлаб янглаганда, барчанинг юзига табассум ва ўйчан бор гап. Хуш келипсиз, байрам муборак бўлсин. Ну и самое интересное, то что в отличие от всех других звезд, которые приезжали на С-классе, Ахат Каюм решил приехать на маршрутке. Добрый вечер, здравствуйте, рады вас приветствовать и являемся поклонниками вашего творчества. А также, насколько мне подсказывает ленточка на девушке, у нас сегодня вместе с нами Miss International, представительница Узбекистана в международных конкурсах красоты. Естественно, она по таким фондам. Дана Бабаджонов, Узбекхаус, Санат Сахаба, Ва, Хазыр Юрак Бойлав, Кириоткен, Издоштарымыз Ордадан Иса. Фестиваль хақыда фикирлер, енді хама білдірді, енді тоғырыс не етемен, фестиваль мән күткендеге жай зор емес, деген адамларын бары орады, фақат ет алмай епті оны. Лекен, хақиқат табына алып қарайдыген бөзік, бұ фестиваль хар дауымен болмайды. Бұ имкөнеті яратты бергенден кеген, ұндан тоғыры файдаланыш керейді. Bitta joyda o'tirib, chaynab o'tirmasdan, palonchi ekan, pistonchi ekan, mana kamchilik ekan, bunaqa kamchilik. Hamma ishda kamchilik bo'ladi. Nomuhimi bu festival bo'lyapti, o'rtoqlar. Hozirgi zamonga mundoq ko'zingizlar ochib qaranglar. Foydalanish kerak. Ko'p rejissyorlar, aktyorlar kelgan chet eldan. Ulardan to'g'ri maqsaddan foydalanib, ulardan informatsiya olish kerak. Bo'lmasa bunaqa imkoniyat qachon bo'ladi? Yana yilga bo'ladimi, bo'lmaydimi? Buni yakka Alloh biladi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, ba'zi bir ijodkorlar, hozirgi nima deydi, hayotga real qaranglar, uni o'tiravermanglar bitta joyda. Yozib, har xil narsalarni tushunib, kimdir gap eshitdi, bunday eshitdi. Tojikistonga kelsanglar ko'rasizlar mana. Rahmat. Baribir endi kamchilik bo'lishi bu muqarrar. Qancha yildan keyin bo'lyapti, baribir bo'lishi kerak edi bu narsa. Inshaalloh keyingi safar, menimcha adashmasam 2013-yilchi yil bo'lar ekan, o'shanda deyarli kamchiliksiz hammasi a'lo darajada bo'ladi degan umiddamiz. Iltimos sizlardan, iltimos. Anaqa, bizani eshitadigan, bizani ko'rib turgan heyterlarga ano kavli deganlarga, kesib montaj qila deganlarga, montaj qilmanglar. Bor gapmi, qanaqa gapirgan bo'lsa shunaqa qo'yinglar. Mana buni kesib, oradan bitta qilib qanaqa intriga qilib qo'ymanglar. O'zi intriga gap gapirdim, o'zi shundoq ham. Shart emas kesish. Hammasi zo'r, lekin rahmat, sog' bo'linglar. Nima dana qilib kelyapti? Oh my god. Festival haqida fikrim juda ham hozir jo'shqin, chunki Buxoro shahridan hozir kelyapmiz. Isroil davlati delegatsiyasi bilan birga edim. O'zbekistonimizni lokatsiyalarini ko'rsatib chiqdi. Yangi savmestniy kartinalar uchun nima deydi, asnova, yangi fundament qo'yib chiqdi. Qarang, taklif bo'ldimi Isroildan qanaqadir? Aynan o'zingizga. Yangi g'oyalar, takliflar albatta, albatta. Hattoki mana o'zimda ham qanaqadir yangi g'oyalar paydo bo'ldi. Ha, shunaqa. Mana Ozarbayjondan kelgan mehmonlar o'zlarining kayfiyatini o'ziga xos tarzda taqdim etishdi. Ya'ni avtomashina oynasidan qo'llarini ko'targan holatda bugungi tadbirga hamohang kayfiyatda yetib kelishdi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Я думаю, по рукам, которые торчали из автомобиля, можно было сразу же понять, что это делегация Республики Азербайджан. Дорогие друзья, здравствуйте. Итак, Борис Ахмедов, Арман Алиев, Вагиф Мустафаев, Афак Юсефли, Элада Алиева. Добрый вечер, здравствуйте, пожалуйста, проходите. Мы рады вас приветствовать на красной дорожке
сегодняшнего мероприятия, а также молодые кинематографисты Садам Мэгдиев и Мурат Гусейнов. Ва Халықаралық кинофестиваль доирасидаги кино 5 кунда ижодий жамоаси, ёш киноижодкорлар жамоаси. Ва настолько молодые у нас сегодня присутствуют фильммейкеры, что они не могут скрыть своих эмоций, дорогие друзья. Вы сейчас можете наблюдать за тем, как, я думаю, целая семья кинематографистов сегодня у нас присутствует. Здравствуйте, здравствуйте. Мы рады приветствовать участников проекта «Кино за 5 дней». Пожалуйста, проходите. И всем абсолютно без исключения мы желаем удачи, побед и нескончаемых творческих успехов. Yosh kinoijodkorlarimizdan kutilayotgan o'ziga xos ijod namunalari va ularning ham harakatlari bejiz emas. So'nggi yillardagi kino san'atiga berilayotgan e'tibor va e'tirofning yorqin namunasi. Festival juda ham zo'r, juda ham ko'p san'atkorlar bilan yana diydorlashish nasib qildi shu bahona va bu festivalda ancha mehnat, juda ham katta tayyorgarlik ko'rilgan. Albatta xursandmiz. Xalqimizga, san'atkorlarimizga bunaqa bayram muborak bo'lsin. Qizil yo'lak bo'ylab agar e'tibor qaratgan bo'lsak, aqlimizga xos bo'lgan, o'ziga xos tabassum egasi aziz Ravet javobgarni ko'rishimiz mumkin. Yurishlari, turishlari, o'zi tug'ilishlari, aktyor bo'lib tug'ilganliklari shundoqqina ko'zlaridan ma'lum. Assalomu alaykum. Bayram muborak. Я думаю, что этот человек не нуждается в представлении, но все-таки скажу, наверняка нас смотрят далеко за рубежом. Азиз Раметов, собственной персоной, сегодня посетил нас. Добрый вечер, здравствуйте. Отличная прическа. Ассаламу алейкум. Қанаға фикер болуы мүмкін? Бұл бақыт, бұл ватанда той. Насып келгеніңізге шүкір. Аллаһқа бәйәда шүкір. Ва бұл күннің қадіріге жетуіміз керек. Қадіріге жетпесек бізден алып қояды яна. Қарақ, ашқыш марафонға келдіңіз бе? Албатта келдім. Қызыл жолақшылардан өте алмадым. Азғана саулығым жатау болғаныға келіп келдім мен. Жаныңыз сау болсын. Саулығым жатауырақ деп қайтып кеттім. Lekin yopilishiga kelganim nasib qilganiga shukr. Feruz, joningiz sog' bo'lsin. Sizning intervyularingiz bilan dunyoga tanilyapti. Dunyodagi o'zbeklarimiz ko'rishyapti. Alisher aka uzoqmi intervyusi? Juda ham mana trendda turibdi. Shaxsan to'g'risini aytaman, fikrim. Yo'q, vaqti bilan-da men Alisher akamni akam deb bilaman, ustozim deb bilaman, qadrdonim deb bilaman. Meni katta akam, men keyin yana bitta narsani so'ramoqchiman. Bizning intervyuda bitta gap aytgansiz-da. Ulug'bek Qodirovni taqillab tashlayman. Endi u adashib ketilgan gap edi, biz bilardik uni. Lekin buni boshqalar umuman boshqa bir ma'noda yo'yib, tarmoqlarda hazil qilib tarqatishdi. Shunga munosabat bildirsangiz, Ulug'bek Qodirov misol uchun bu tushunmovchilikni to'g'ri qabul qildimi yoki bir e'tiroz bo'ldimi qanaqadir? Endi Ulug'bek ham juda ham aqlli o'qigan inson. U yerda men o'zimmi yoshimdagilar dedim va o'zimmi pokoleniya ham dedim, lekin ulug' akamlar mas degan joylari bor. O'sha joylar. Endi ular noto'g'ri tushungan bo'lsa, noto'g'ri yashaydigan insonlarda. Ularga Allohdan mag'firat so'raymiz. Bosh biz uchun so'rashdi, to'g'ri bo'ldikmi? Ular uchun ham so'rasak to'g'ri bo'ladi. Ularni qarg'asak yozda qiynalib qoladi. Qarg'ishdingiz bormi? И мы уже видим на нашей красной дорожке следующих гостей сегодняшнего мероприятия. Рады вас приветствовать. Добрый вечер. Пожалуйста, проходите. Я думаю, что вам все очень понравится. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, дорогие, албатта бу халқ ҳаққатан байрам, халқаро байрам ва Ўзбекистон бизнинг ватанимиз учун бу жуда ҳам шарафли, жуда ҳам сазовор ўзи лойиҳа. Ва биз ўша қатнашганимиз ҳаққатан бахтлимиз. Пожалуйста, представители прессы и другие представители сегодняшние присутствующие на мероприятии, не проходите в места съемки в большом зале. Мы работаем в прямом эфире. Спасибо большое за понимание. Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады приветствовать представителя членов жюри Тимур Бекмамбетов.
judayam yaxshi bo'yapti. Xudoga shukr, mana tiklanganidan bir necha yildan keyin tiklanganidan bag'oyat xursandmiz. Hamma nima deydi? San'atkorlar desam ham bo'ladi. Endi har yili bo'ladi deb va'da berishyapti. Bu kinematografiyada judayam katta o'zgarishga sabab bo'ladi, xudo xolasa. Shuning uchun xursandmiz. Mana bugun yopilish kuniga kelyapmiz. Mana shu 3-4 kun ichida bo'lgan narsalardan, tadbirlardan juda ham katta xursand bo'ldim. Qarang, chet eldagi qizil yo'lakchalarda ham bo'lgansiz, to'g'rimi? Taqqoslay olasizmi? Bizga qanaqa ular qanaqa? Nima kamchiligimiz, nima yutug'imiz bor? Endi o'tda ham qizil yo'lakchi, bizda ham qizil yo'lakchi. Endi nima deydi? Har xil joyi taktikasi har xil bo'ladi. O'zbekistonda ham, Rossiyada, Amerikada, Gollivudda. Xohlasa bunaqa ketishda biz Gollivuddan qolishmaymiz deb o'ylayman. Bir necha yillardan keyin albatta. Va albatta ular bilan xayrlashish biz uchun qanaqadir qiyin bo'ldi. Chunki xuddi bitta oiladay bo'lib qolganmiz. Mana Buxoroga ham shahriga bordik, Samarqandga. Juda ham chiroyli o'tdi. Va albatta ular bilan xayrlashmaymiz. Ularga faqatgina ko'rishguncha deb qolamiz. Итак, мы уже готовы встречать господина Жерара Депардье на нашей красной дорожке. Добрый вечер, здравствуйте. Assalomu alaykum. Navbatdagi ijodkorni tanishtirishning hojati yo'q. U barcha dunyo teletomoshabinlarining e'tiboriga havola. Demak, Жерар Депардье. Итак, please welcome. Maybe if you give us a chance to ask you maybe some comments about our event. Just comments, maybe recommendation about our events. We will be glad to hear your couple of words from you. Very happy to inaugurate that first film festival in Tashkent and the beautiful country Uzbekistan. Wow. Look at me. Thank you, thank you. And we can see that you enjoy here. And if I'm not mistaken, you are not for the first time here in Tashkent. No, I love Tashkent. I came here before. But I'm sorry, I'm not easy with American language or English. He's a Russian. I don't speak Russian yet, but I will speak Russian. It's okay. You just need to learn maybe one word in Uzbek language. Why not? Let's learn it and right now. Why not? Can you just repeat after me? Katta rahmat. It means thank you very much. Katta rahmat. Yes. It's thank you very much in Uzbek language. So katta rahmat. Ваши аплодисменты, Жерар Депардье. Я думаю, человек, который абсолютно не нуждается в представлении. Я напомню, что это человек, который... Фейрус Мухаммад. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Фикирді айтаймы? Мен театрда мана 33 жыл ішледім. Санатта 40 жыл болды. Мен арзу қымаганман, ойламаганбыз. Бұрақа күллер келеді. Бұрақа фестиваллар яна қайта тоғылады деп. Бүгін... Toshkent festivali qayta dunyoga keldi. Qadamlari quruq kelayotgan bo'lsin. Mana shu bizning festivalimizni eng kerakligi men maqtanaman. Dunyoda bizning ham nomimiz bor. Bizning Toshkent festivalini 13-chi xalqaro nomi borligi bu O'zbekistonning baxti, bizning yurtimizning baxti. Mana bugun quvonchimiz cheksiz. Men ustozlarimni eslayman. Xudoim ruhlari shod bo'lsin, ular ko'ra olmadi. Mayli, biz ko'ryapmiz, iloyim festivalga qadami qutlug' kelsin. Xudoim zo'r bo'lsin, zo'r bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Добрый вечер. Здравствуйте. Я думаю, этот человек не нуждается в представлении. Александр Рева. Добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста, салам алейкум. Дорогие творимы с маркезда Александр Рева, жанобдара.
Добрый вечер, здравствуйте, рады вас видеть здесь, в Ташкенте. Мы знаем, что вы далеко не в первый раз у нас в столице, часто бываете, и наверняка заметили какие-то изменения. Если они положительные, то ваша задача сейчас рассказать о них. Добрый вечер, пожалуйста, ваши комментарии и, конечно же, ваше мнение о кинофестивале. Добрый вечер, друзья, салам алейкум. Я очень рад сегодня прилететь на один день. Ну, совсем скоро я буду со своим большим концертом, но сегодня я очень счастлив принимать участие в этом действительно поистине огромном, ярком событии. Я поздравляю весь узбекский народ с этим огромным, ярким праздником. Праздником большого кино. И очень рад прикоснуться к нему, потому что последние 6-7 лет я тесно связан с этой планетой под названием кинематограф. Я могу точно сказать, что этот фестиваль действительно находится на мировом уровне, потому что самый красивый человек сегодня здесь, сегодня с вами. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Сразу же слышите, я думаю, аплодисменты. И, в принципе, я уверен, что вы будете в восторге от сегодняшнего мероприятия. Точно так же, как и от всего фестиваля. Почему? Потому что вы сегодня тоже будете на сцене. Верно? Приятного вечера. Александр Грифа, ваши аплодисменты. Алкштар Ингез, Александр Грифа. Ассаламу алейкум. Яхши, рахмат, яхши. Ustozim Alisher Uzoqov otam bilmadim hozir qattalar lekin kelishlari kerak edi yana ham bilmadim. Xabaringiz bo'ldimi ularga? Bildingizmi, xabaringiz bo'ldimi? To'g'risini aytsam, hali otam bilan suhbatlashmadim. Ertaga ular bilan ko'rishaman, menimcha gaplashamiz. Agarda kelishlari kerak. Agarda taklif bo'lmagan bo'lsa, juda ham uyatli holat. Juda ham qattiq. Festival juda ham zo'r. Adashmasam bu festivalimiz ancha yillardan keyin hozir boshlanyapti. Bu juda ham zo'r degani. Sababi bunaqa festivallarni yana ham ko'p bo'lishini xohlardim. Добрый вечер. We'd like to see you here. Please welcome and if you will tell us just a couple of words about our event, maybe you can Assalamu alaykum. Эмоции у меня потрясающие, потому что это большой праздник кино. Для нас важный праздник кино. Это большие возможности молодым кинематографистам со всего мира показаться, проявиться, познакомиться, увидеть друг друга. И мне кажется, это хорошая традиция. И я желаю Ташкентскому кинофестивалю с каждым годом набирать обороты, чтобы к нам приезжало больше звезд, больше было хорошего кино. И чтобы все знали, какой Ташкент теплый, гостеприимный, прекрасный город. Спасибо. About our festival. Just arrived. You have been here for first day here. That's the first time I come. Oh really? Okay, so how is Tashkent? Maybe gorgeous. Have you had a chance to visit any places in Tashkent? Yeah, I went everywhere. I went to the market. Oh really? I love it. Oh good. And what impressed me the most, in fact, is the smile. The face of people here. They have like a nice smile. They look good. They look happy. So maybe because they know who you are. That's why you are smiling. You know, I was talking in general. They feel good. I don't know, it was a feeling. I was happy to see that. Okay, thank you very much. And we hope that you will enjoy our event. And please welcome, we are ready to start. Thank you very much. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Welcome to Tashkent. Фестиваль yakunlariga bag'ishlangan tadbirni, asosiy qismini syomka qilolmadik. Chunki agar biz syomka qilishimiz mumkin edi, lekin syomkamiz baribir ko'ngildagidek bo'lmas edi. Tadbirni miqyosini biroz tushirgan bo'lardik. Keyin yana bir gap, bu tadbirni syomka qilish uchun kamida yarim metrli obyektivlar kerak, lekin bizda afsuski bu obyektivlar yo'q. Xudo xolasa, keyingi yillarda bo'lib o'tadigan xalqaro kinofestivalning tadbirini asosiy qismini ham syomka qilib e'tiboringizga havola qilamiz. Hozircha esa tadbirning tantanali ochilish marosimi va dabdabali qizil yo'lakchadan o'tish marosimini e'tiboringizga havola qilish bilan kifoyalanib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.